И теперь подробнее о событиях дня. Он в очередной раз дал повод говорить о человеческой жестокости. В Братске коммунальщики нашли в колодце тело младенца. Малыша нашли во время расчистки канализационного коллектора в самом центре города. Сейчас расследованием дела занимается Следственный комитет, назначена судебно-медицинская экспертиза. Предстоит выяснить возраст младенца, установить причину смерти, а также как долго тело ребенка находилось в колодце. В последнее время в регионе участились трагедии с новорожденными. На прошлой неделе в Киренском районе 26-летняя женщина напоила водкой своего 4-месячного ребенка, чтобы успокоить, и малыш умер. А в конце марта в Братском районе не удалось спасти новорожденную девочку. По версии следствия, мать приняла алкоголь, а после накормила ребенка грудным молоком. Концентрация спиртного в нем оказалась смертельной для младенца.